Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что крутое, интересное, бомбезное, классное, офигенное. У меня нету слов. Короче, круто, крутая вещь. Я исполнил свою мечту 5-летней давности. И именно об этом пойдет речь в сегодняшнем видео. Сначала кратенькая предыстория. Я маленький Жора, мне 12 лет. Ну вот, сколько? Мне сейчас 17, а когда мне было 12, ну вот пару лет назад. Так вот, я загорелся идеей видеоблогинга. Мне это очень понравилось, я увидел Макса плюс 100-500, это один из первых блогеров, которого я начал смотреть. Ну и в общем, я задумался о том, хочу ли я снимать сам. И в общем, да, я сделал свой канал и стал снимать на старенький китайский планшет, телефон. И качество было так себе. Я искал что-то лучшее. И хотел снимать видео в лучшем качестве. Так вот, день рождения у меня 13 августа. И я решаюсь купить себе камеру. На день рождения я прошу всех своих родственников, братьев, сватьев, бабушек, дедушек. Говорю, йоу, дарите мне, пожалуйста, только денежки. Я хочу просто себе новую камеру. И вообще камеру хочу себе, поэтому подарите мне денежки. И все, я накопил за день рождения 5000 рублей. И все эти 5000 я потратил на вот этот штатив, которым пользуюсь до сих пор, и на вот эту камеру, Canon SX500IS. Маленькая мыльница, с помощью которой отснято почти 70% видосов на моем канале. Пару месяцев назад стала перегреваться камера у меня. Мне пришлось ее отложить, к сожалению, пришлось отложить и снимать на вот этот смартфон, на который я снимаю сейчас. Это Huawei Nova 2, мой телефон, которым я пользуюсь. Качество, в принципе, фронтальной камеры мне нравится, но я понимаю, что это не то, что нужно вообще. Я решаю воплотить свою давнюю мечту. Я ставлю перед собой цель. Я хочу себе новую крутую камеру, зеркальную, большую, профессиональную. Первая мечта была. Второй вопрос я задался им буквально через секунду. Хочу камеру, как заработать деньги, откуда взять деньги? У меня было внутреннее рвение добиться этой цели самому, заработать деньги самому. И это видео я снимаю для того, чтобы вы знали, как можно самому, без мам, пап, кредитов, ипотек, воплотить свою мечту самому, любую, даже маленькую, которая стоит не так уж и много. Так вот, я воплотил свою мечту и купил себе вот этого малыша. Здорового малыша! Здоровенный! Здоровенный яс! Встречайте, Canon EOS 650D. Моя новая зеркальная камера, на которую я сам заработал деньги. Здесь есть выдвижной экранчик. Вот, кстати, я снимаю на смартфон, сейчас можете увидеть. О, да. Здесь есть выдвижной экранчик, он же сенсорный. Здесь сменная оптика, сменные объективы. Тут много настроечек всяких классных. В общем, она мне очень сильно нравится. И хочу рассказать вам, как я на нее накопил, как вообще что предпринимал. Все вы, наверное, слышали о таком слове, термине и движении, как минимализм. Что такое минимализм? Это когда ты избавляешься от ненужных тебе вещей, которыми ты не пользуешься. Я проникся этой философией, и мне очень понравилось. Я стал везде по уголкам своей квартиры искать в поисках... ненужные вещи, которыми я не пользуюсь, но которые, возможно, пригодятся другим людям, и которые могут отдать за них денежки. Да, я вспомнил о таком сайте, как Авито, и о том, что можно продавать бэушные вещи свои. Я начал выкладывать объявления. Например, я продал велосипед за 5000 рублей. Я продал самокат. Кстати, здесь вот все картинки, что я продал, будут здесь. Давайте. Велосипед, самокат, материнская плата, шлем горнолыжный, монитор, две коллекционных машинки. Ну, в общем, тут уже ничего не поместится, если я дальше буду говорить. Короче, много всякой мелочи попродавал, но мне чуть не хватило. Все-таки пришлось попросить у мамы, говорю, мам, чуть-чуть мне не хватает, поэтому мама дала мне 4000.
И мне хватило. Ну, в общем, круто. Попродавал свои вещи ненужные и купил на Авито камеру тоже. Она была в хорошем состоянии, в отличном. Выглядит как новая, как я уже сказал. Никаких потертостей, сколов. Прям классная такая, суперская. Взял ее за 16 тысяч. Стоило 18, но я сторговался с мужичком, чтобы он мне скинул 2000. И круто, все. Приобрел себе камеру. Радостный был. Да и сейчас радостный. Не могу нарадоваться, как конь бешеный, не знаю. Нет слов. Очень хотел эту камеру, очень желал, визуализировал, и, если честно, до сих пор немножечко не верится, что у меня есть профессиональная камера. Это круто, это очень круто. Поэтому, ребят, смотрите, если вам будет интересно, я сниму для вас видео отдельное, как продавать свои бэушные вещи на Авито. И делать это правильно, потому что у меня уже кое-какой опыт сложился за полгода продавания вещей, так сказать. И я хочу осветить эту тему более подробненько. Если вам интересно, пишите в комментарии. Также, если будет интересно, если кто увлекается фототехникой и хочет себе, может быть, приобрести фотоаппарат, как у меня, я обязательно сниму на него подробненький обзор, тоже в следующих видосах, вот ждите. Ну и на этом все. Мне было очень приятно поделиться с вами своей историей. Надеюсь, и вам тоже было интересно слушать. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте свои лайки. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!